нарезание рядков под посадку картофеля, кукурузы и тому подобное. Для нарезания рядков используется культиватор окучник китайского производства, трехкорпусной. Ну, третий корпус у меня снят, я его не использую. Лапы культиватора окучника отрегулированы по центрам задних колес. Расстояние между ними 88 сантиметров, ну, можно сказать, 90. То есть на таком расстоянии получаются нарезаемые рядки. То есть удобно и нарезать, и окучивать, и пропалывать, ничего не выворачивать. То есть вот расстояние по центрам задних колес получается 89-90 сантиметров. Что касается настроек самого культиватора окучника, то лапы, как вы видите, стоят на максимальном заглублении, колеса подняты до конца, до самого упора. Центральная тяга закручена у меня тоже до упора. Ну и крылья сложены. Качество окучника культиватора удовлетворительное. Можно было сталь, конечно, получше поставить. То есть вот это вот расстояние получается 88 сантиметров.